Министерство образования и молодежной политики республики подготовило рекомендации для школ на случай сильных холодов. Несколько лет назад по утрам по местному радио объявляли погоду и сообщали, какие классы не учатся в случае морозов. Теперь все иначе. Решение об отмене занятий принимает каждый муниципалитет самостоятельно, ориентируясь на температуру на своей территории. При снижении температуры от 25 градусов и ниже для обучающихся первых и четвертых классов рекомендуется отменять занятия. При снижении температуры 28 градусов и ниже рекомендуется отменить занятия обучающимся 5-8 классов. И при снижении температуры от 30 градусов и ниже занятия будут отменены обучающихся 10 и 11 классов. Министерством образования Чувашской Республики рекомендации подготовлены и в муниципалитет уже отправлены. Школы должны быть оповещены своевременно, для того, чтобы они могли принимать решения быстро и вовремя. Каждое учебное заведение должно оповестить участников. Информацию об отмене занятий нужно искать на сайте школы. При этом, если родители все же отправили ребенка в школу, учителя обязаны провести урок.